Добрый день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Регина. И сегодня 26 января. Я нахожусь у нас в Ашане. Это торговый центр «Космопорт» в городе Самара. И посмотрите, какие здесь красивые мельтонии. Совсем немного стоит орхидей. Я их сейчас покажу вот в самом начале видео. А потом перейду на другие цветы, потому что очень много других цветов завезли красивых. Розы красивые стоят очень. И покажу вам все это, потому что давно я не показывала, что у нас продается в Ашане из цветов, помимо орхидеечек. Вот Нобели стоит. Но у Нобели вот всего толком одна бульбочка. И у этой мельтони тоже с горем пополам одна бульбочка. Стоят они 809 рублей. Вот такие стоят анцидиумы. Очень красивые. Это просто чудо. Чудо какое-то. Пытаюсь залезть в упаковку. Там еще один такой стоит кустик. Вот здесь. И здесь вот такая мельтония стоит. Сейчас я поближе ее покажу. Ну, тоже из одной бульбочки. Вот она, красавица. Очень красивый цвет. Я надеюсь, меня будет хорошо слышно в этих наушниках, потому что я говорю в микрофон на наушниках. Вот такая вот продается здесь камбрия. Я не знаю, что это. Рядом с ней там еще желтенькая интересная. Очень я ее тоже покажу сейчас. Ну, прям просто какой-то обворожительный цветок. Так, сколько здесь бульбочек? Ну, здесь, в принципе, здесь раз, два, три. Три бульбочки и один вот росточек. Но очень сильно залит цветок, очень сильно. Они все залитые. Может быть, кто-то из них и стоит сухой, но вот эти вот залитые. Но цветок довольно крупный. Даже, как бы это показать. Ну, вот моя рука. Цветы крупные. Очень крупные. Похоже на цветы суккулента. Как же он называется? Ой, вылетело из головы. Что-то наподобие кактуса, но это не кактус, но суккулент такой. У него вот такие вот похожие цветы. И имеют такой вонюченький запах. Я думаю, вот у кого есть такие цветы, они поняли, о чем я говорю. И причем вот на камеру здесь я смотрю, это цветок такой красноватого оттенка. Но на самом деле он более коричневатый. Это коричневые пятнышки на желтом фоне. И вот здесь вот желтенькая такая. Сейчас я попробую добраться до нее. Сейчас я поставлю. Вот. У этой желтенькой всего две бульбочки. Она тоже залитая. Горшочек очень тяжелый. Вот такие вот у нее цветы. Тоже очень крупные цветы. Не знаю, как это. Да, аромат есть очень-очень нежный. Как-нибудь ее поставить бы. Вот она, красавица. Ну, просто красавица. Тут рядышком что-то по типу брассии. Но уже, к сожалению, уже начинают подвидать цветочки. Но кустик, кстати, хороший. Вот, посмотрите, какой хороший кустик. Тут здесь прям 6 бульбочек и росточек имеется. Или это не росточек? Да, росточек имеется. Очень хороший кустик. И нобели. Прекрасный белый нобель. Ну, а это уже, видимо, более свежий завоз. И такая вот розовая красота. Хоть ничего особенного, но все равно очень красиво. Стоит почти 700 рублей. А здесь вот стоят
прям совсем детки. Вот пульсейшн стоит, пульсация. И такой, такая вот лапонька. Такие стоят. И они вот, посмотрите, они совсем крошечные. То есть это совсем-совсем еще молоденькие кустики. У них и цветоносы невысокие, потому что они еще совсем молоденькие. Ну, вот у этого корешочки неплохие. Хоть их и немного, но плохие. Ну вот они простимулированные на цветение. Такие крошки. Вот тоже совсем крошка, прям совсем крошечка. Принесешь его домой, он еще будет года полтора-два расти. Небось, и только после этого принесет. Вот тоже вот такое так название. Ну, такая вот вирочка вот на этом фаленопсисе. Фаленопсисе. Вот он, кстати, вот этот вот очень интересный. Они бывают похожие продажи, но вот именно такой я пока вижу впервые. Видела всегда похожие. Ну, тоже вот кустик совсем маленький. Ну, и вот они вот все вот такие. Больше среди фаленопсисов выбора нет. Вот полосатик мой любимый. Ну, сейчас я перейду к другим цветам. Здесь снизу стоят герберы. Это что такое? Красивая гаультерия Биг Берри. 262 рубля. Это все герберы. Это, кажется, малины. Нет, это букарные рекурвата. Вот что это. Ну, что-то отцветает, что-то нет. Так, суккуленты. Хризантемы. На хризантемы скидка. Не знаю, насколько у меня затянется это видео. Так, здесь темновато. И поэтому камера не очень хорошо фокусирует у меня уже. И я взяла другой телефон. Я не знала, что мне удастся попасть в Ашан, снять обзор. А обычно я снимаю на другой телефон. На него, на тот телефон лучше снимается. Он более качественный. Более качественное видео получается на нем. Очень красивый пеларгонии. Нежный-нежный розовый цвет. Ну, если честно, я прям рада, что я попала сегодня сюда. Не знаю, в Леруа я попаду или нет. Останутся ли у меня силы на Леруа. Ой, с гипиастром. Ну, огромный, просто огромный гипиастр. Мой гипиастром только-только. Вот если кто смотрел мой ранний обзор моих комнатных растений, те, что у меня сейчас остались на данный момент. И вот мне тогда попал в руки гипиаструм. И вот он только-только стал листья отсушивать. Это при том, что я его по советам стала и очень редко поливать. Вот даже при этом вот он стал только недавно отсушивать листья. Но не знаю, что будет весной. Зацветет, не зацветет. Ну, мне нравится это название. Насекомоядный микс. Хочу я как-нибудь вот такое вот, именно вот такое насекомоядное, вот эту вот венерину мухоловку. Но что-то прям, обычно они 400 рублей стоят, а тут прям как фаленопсисы под 700 рублей. Промеренные. Я могу говорить на какие-то отвлеченные темы, но цены я буду показывать, и цены, и название растений. Так что вы можете меня даже не слушать, а только смотреть. Бегонии. Вот, кстати, мне подписчица на днях прислала видео, попросила посмотреть, есть ли у нас в продаже определенные бегонечки. Я еще не смотрела это видео, у меня пока не было времени. Но вот что на данный момент у нас продается. Вот эти вот бегонии. Но они
Видите, вот они не в клубенечках продаются сейчас, потому что меня просили смотреть в клубнях. Они продаются сейчас в кустиках. Какой прекрасный желтый цветочек, вот, а то отсвечивал нехорошо. Вот так он выглядит. Гордение. А то видео с бегониями я обязательно посмотрю. И буду иметь в виду, что смотреть в продаже. Ну, конечно, клубенечки, семена, все это пойдет, скорее всего. Ну, в любом случае, отправка получится только весной, если у нас что-то из этого есть. Потому что сейчас у нас очень холодно. Температура держится в районе минус 30. А теперь только весной. Хризантемки. Как я люблю хризантемы. Тоже скидочка. В принципе, довольно хорошие кустики. У них скидка. Какая-то что такое? Без цветов стоит. А, это гербер отцветший. Такая интересная примерно. Если это она, если я не путаю. Вот растение с мохнатыми листочками. Кстати, вот на такие вот цветы довольно много скидок, обратите внимание. Я удивляюсь, почему на фаленопсисы нет скидки, на эти отцветшие. Вот они, розочки, такие высокие кустики розочек. Вот эта розочка, она немножко цветает. У нее цвет такой не белый, а такой кремовый, такой молочный цвет. Здесь очаровательные оранжевые бутончики. Сейчас я пройду к цветущим. Вот они, красота. Какая красота. Здесь розочка как будто из нескольких розочек состоит. Как будто у нее несколько центров. Или лепестки так легли, или она на самом деле так есть. Вот здесь вот такая вот розочка. Стандартная. Цена такая же, вроде, да. Это нежно-розовая, зелено-розовая. Красивые розочки. Я в них, конечно, ничего не понимаю, но красивые. Это с таким оранжевым оттенком. Спатифилум. Очень большой куст спатифилума. И не один. Их тут три. Вот они, антуриум. Ну, прекрасный, красный антуриум. Вот. Не знаю, если антуриум поменьше, там дальше. Здесь вот такой вот средних размеров, ну, можно сказать, довольно крупненький, в принципе. Ну, есть, конечно, и покрупнее кусты антуриума. Ну, этот такой, я бы сказала, средний, потому что он даже вот ниже, чем спатифилум, который стоит левее. Это фиалочки. Камера совсем не хочет сфокусироваться. Фиалочки. 243 рубля. А это что такое? Замученная азалия. За азалией воду. Рядом стоит цикас революта. Я как-то собиралась сделать обзор. Вот, кстати, еще бегонии. Собиралась как-то сделать обзор. И у меня программа по монтажу стала глючить. Она меня мучила несколько дней. Я никак не могла смонтировать видео, никак не могла его доделать. Ну а потом, естественно, уже через несколько дней это видео уже стало неактуальным. И причем я столько сняла, я сняла весь цветочный обзор, все цветы, все, что было в Ашане. Ну, как и сейчас я собираюсь делать.
И вот вся эта работа оказалась коту под хвост. И потом было уже не актуально выкладывать это видео. Да я его, если честно, я его и доделать не смогла. Оно у меня так и не смонтировалось, не загрузилось, ничего не смогла сам сделать. Ну вот бывает иногда такое с программами. Эти бегонии 231 рубль, и кустики у них совсем махленькие. Вот. Вот такие маленькие кустики. Ну, здесь красота. Ой, такая крошечная красота, я не могу. Я просто в восторге. Вот эти. Посмотрите. Господи. Как фиалка, как мини-фиалка. Люблю я такие вот цветочки, вот они хоть и крошечные, но я умиляюсь от них. Это хризантема свифти. Интересно, как она дальше растет? Нормально ли? Если ее в домашних условиях, как, и что это вообще? Люблю хризантемы, очень люблю. Розочки такие же маленькие. Крошечные розочки. Примулы, а примулы слегка. Вот так вот их поливаю через поддон, вот залили все водичкой, и они стоят. Горшочек очень тяжелый стал. Вот их рыжеватого оттенка примулы. А здесь вот такая сиреневая. Ну, это, конечно, красотища, цикламены. Кстати, посмотрите, какой у него оттенок. Так он один-единственный такой выбивается из всей общей массы. Такого цвета. Цикламены 232 рубля. Это были маленькие цикламены. А эти 241 рубль, это уже большие цикламены. Вот это уже большие цикламены. Тоже разных цветов. Вот так вот покажу их. Ну что ж с этой камерой? Не получилось у меня заехать домой. Не знала я, что буду в Ашане. Вот, конечно, взяла бы другой телефон. Вот еще хризантемки. Обалденные. Обалденные красоты хризантемы. Кипарисовик Love Snow. Маленький. Рядышком стоят. Написано камелия. Да, камелия. Кстати, смотрите, какая она дорогая. А с виду бутончики, как у розы. Красивые бутончики. Здесь есть распущенный цветочек. Сейчас я сниму. Не знаю, есть у него запах или нет у этого цветочка. Я уже туда не полезу. Здесь тоже розочки. Конечно, розовые. Эти розы по 298 рублей. Розы Star Roses. Тут еще бутоны не распустились. Рядом стоят уже другие розы. Хоть они внешне для нас, ну, для меня лично они внешние. Хоть они внешне для меня лично одинаковые, но это вот разные. Роза фаворит уже. Цена гораздо ниже. Здесь снова хризантемы шикарного цвета. Просто шикарного цвета. И эта хризантемка, посмотрите, какой у нее красивый оттенок, такой грязно-розовый. Да, как будто розовый испачкан другим розовым потемнее. Эти хризантемы уже чуть дороже, 355 рублей. Нефролепис Грин Леди. Снизу Цитра Фортунелла. Вот они желтенькие плоды.
Мимончик. Так и хочется оторвать, положить в карман. Ну, конечно, я так не сделаю. Но, скажем так, это мечта. Это не желание, это мечта. Так, что это? Юбка Элефантис. Рядышком. Фикус Эластика Мелани. Ну и замёкулька состоят в упаковках 307 рублей. Здесь еще розочки. Ну, это уже пышный куст, конечно, вот этот вот, чтобы не отсвечивало. И рядом вот красненький. Красные розы, они меньшего размера чуть. Но куст такой же пышненький, как и у желтых розочки. И они стоят уже дорого. Роза Патио. Ложка. В ложечке. Роза Кардана. Уже вот такой вот букетик. Миленькая. Ой, а этот, посмотрите, какой красивый цвет. Какой красивый цвет. Не знаю, на камеру передастся ли красота этого цвета, такого нежного коралла. Но вживую очень красивые. Ну и фиалочки. Такие тут фиалочки. Немножко потрепанные, потому что им нужны заботливые ручки. Так, здесь стоит что-то хвойное с Нового года. Никак их не раскупят. Что это? А, это ельконик от снега. Кстати, я забыла показать, что там наверху. Ох, гляньте, что там наверху. Ух ты! Ой, мама родная. На этикетке написано «Каналипулата». Насколько я могу увидеть надпись. Это тоже цитрофортунел. А, нет, это не то уже. Цитрофортунел – это вот рядышком. Кустик другой. А вот это я не знаю, сколько стоит. Вот это тоже. Апельсин. Нет, на нем тоже написано цитрофортунел. Хочет камеру. На обоих горшочках и на оранжевом, и на зеленом написано «Сатрапатунелла». Ну ладно. А вот маленький с патифилом. 231 рубль. Так, где я не была? Не была я здесь. Тут вот тоже что-то похожее на нефролепис, только называется уже Blechmoom Silver Lady. Ну, тоже какой-то, я так думаю, из видов папоротника, если я не ошибаюсь. Ну, если ошибаюсь, то поправьте меня. Здесь стоят фитонии. Да, Шафельта. Ну, тут еще цикламены. А вот эти вот, кстати, вот в этих вот стаканчиках кофе. Прикольно смотрится. Вот так вот. Кстати, стаканчики, они как кашпо, эти стаканчики. То есть там вот, видите, там горшочек. Сам горшочек вставлен в этот стаканчик, как в кашпо. То есть его можно использовать как дома, на кухне. А здесь вот в такой одноразовый стаканчик они вставлены. Как стаканчик для кофе. Оригинально придумано. Тут маленький колохой, совсем крошечный. Прям вот совсем крошечный. Снова хризантемки. Снова крошечные хризантемки. Но цветы у них покрупнее, чем у тех, которые вот я до этого маленькие показывала. Тут колохой покрупнее. Ну как покрупнее, просто кустик повзрослее. Вот какой красивый цикламен двухцветный. 263 рубля. А здесь другого цвета. И на 3 рубля дешевле даже. Обалдеть.
Так, Симболи 369 рублей. Здесь они написаны Симболи. Тут написаны фиалки. В принципе, конечно, правильно Симболи. Фиалка – это народное название. Так, это, ух ты, это тоже папоротник микс. Какая красота. Вот видите, сколько тут этот папоротника? Обалдеть. Я прошу прощения, я уже несколько раз произнесла слово «обалдеть». Но меня изумляет это разнообразие природы. И посмотрите, он, этот вот папоротник, он даже прям какой-то двухцветный. Пестролистный. А когда мы говорим о фиалках, допустим, вот, мы вот эту вот двухцветность, как вот и здесь вот, как у этого эонимуса, вот он стоит разного вида, мы называем это пестролистностью. А когда говорим об орхидеях, это называется варигатность. Потому что пестролистность – это наше русское слово, от слов пёстрые листва. А варигатный – это уже английское слово, вошедшее в наш русский язык. В переводе означает… В принципе, то же самое означает. Но если переводить дословно, то это звучит как… переменчивая, изменчивая листва, измененная листва. Так, здесь уже оценки. Оценки. Ну, на оценки, конечно, страшно смотреть, жалко смотреть. Даже не знаю, показывать их, снимать их или не снимать. Эти оценки. Чтоб плакать не хотелось. Вот этот очень красивый, как же он называется, эпипремнум, у меня был такой очень красивый, был такой, потому что он уже давно у новой хозяйки, но растение очень красивое, я до сих пор, как его вижу, я все время хочу его заново завести, прям такой вот варигатный. Драцены бедные, замученные. Сула, пирея. Крошечные детеныши парафитума. Кузмания поменьше размером. Я прошу прощения, я могу еще до сих пор немножко в нос говорить. Только в себя прихожу после болезни. Так, лимончик, посмотрите, у него там. Листьев нет? Есть. Может быть, это так и должно быть у них. Каламандин. Рядом цитрус микс. Так, здесь, ох! Здесь были камбрии, оценки, но теперь нет. Или их раскупили, или их выбросили. Рендорея. Что такое красивое, араукария. Какая она красивая. Я о ней читала, что она, как и орхидеи, одно из древнейших растений. Если я ее не путаю вот ни с чем, по-моему, да. И она довольно, ну, не то что редкая, но в принципе редкая. Она в домашнем растениеводстве тоже редкая. Ее не часто встретишь. А в природе, по-моему, ее уже. Вот в природе, по-моему, ее то ли уже нет. То ли и в природе она уже редкая. Ну вот что-то такое интересное, если кому любопытно, вот почитайте. Советую почитать.
потому что я помню, меня очень заинтересовала ее история. Компанула. Это мы видели. Здесь что-то нанизу. Plantain mix. Ну тут plantain, тут все, тут вон и фикус стоит, еще что-то стоит рядом. Купрессус. Голд Вилма. Рядом стоит типа рис. 400 рублей. Голд Вилма. Одно и то же растение. Здесь написано кипарис, здесь написано купрессус. Ну, я как в этом разбираюсь. Видимо, как написали до этого цинколии и фиалка, видимо, здесь та же самая история. Те, кто в этом разбираются, им уже виднее. Я как бы это комментировать не стану. Калатеи. А где ценник у калатеи? Ах, вот. Здесь повыше. Бенджамин Наташа. Рядышком стоит Маранта Триколор. Герберы, цветшие, 99 рублей. Ох, а тут у герберы, ох, как он называется, мучнистая роса. Вот посмотрите, видите, пятна белесые на листьях. Вот это мучнистая роса. Она возникает при холодных температурах и возможной повышенной влажности. Ну, может быть, ее полили, залили вот так вот, они же все залитые. И здесь холодно в этом вот месте в Ашане, потому что здесь холодильник рядом. Ну, и их, видимо, тоже достают из холодного, неотапливаемого помещения, которое тут рядышком. И вот растение ослаблено и подхватило. Это не то, что подхватило, они же эти споры всех этих вот грибов, грибковых заболеваний и вообще всех этих болячек, они же в любом случае находятся в почве, имеются. И вот они просто в таких благоприятных для них условиях начинают активироваться. Так. Тут наверху что-то красивое. Шифлера, шифлера Мелани. А рядом шифлера Герда. Цена, в принципе, одинаковая, в 10 рублей разница. И рядом обычная шифлера, зелененькая. Вот, посмотрите, какая разница. Вот она вся зелененькая. Это на зеленом фоне желтая расцветка. А это на желтом фоне зеленая расцветка. Очень красивая. Помидоры, 185 рублей. Пепперони. В этом году очень много разных, самых разных пепперони продают. Я раньше не замечала такого вот разнообразия. Помцы. Ну, бедные там вылезли из горшочка. Вообще они как-то, вот, видимо, не поливают нормально. Пересушивают. Вот они из горшков вылезают и нагибаются, бедненькие так вот. Тургор теряют. И эти тоже все вяленькие. Цереус. А тут посмотрите, он похож на инопланетянина. Ну, во всяком случае, я так себе рисую инопланетянина. С ручками. С множеством ручек, смотрящих во все в разные стороны. Так. Здесь. Кактус микс, красола микс. Питомцы. Посмотрите, как интересно у них. Смотри, лезет листочек. Как интересно все это происходит. Там дальше фиалочки стоят.
вот еще инопланетянчик-монстрик. Они по 100 рублей, вот эти вот кактусики. Так, здесь кактус люкс. А где цена на эти кактусы? Может быть, это они, кактус люкс? Ну, на эти кактусы я почему-то не вижу цены, не могу понять, что это. Тут что? Кактус диско. Цветы с приклеенными цветами. Ну, здесь новые оценки. Хризантемки. Они по 29 рублей. Не знаю, будут жить или не будут. Драцианный лимон. 149 рублей. Кактус круглый. Кактус микс. Вот еще суккуленты. Так, каланхоя, каландива. Каланхоя. Что-то на них нету оценки, на эти каланхоя. Они уже отцепили, уже на последнем издыхании стоят. Милярии, рассулы, цветы плант, с Нового года стоят. Гастерии, очень красивые. Здесь снова оттенка. Еще одна папиромия, такая маленькая, драцена маргината, крошечная, печеверия, тоже скидка. Так, без скидки, шифлера небольшая, а здесь уже крупные растения пошли, драцена юбки. Элефантис, драцена маргината, монстера деликоса, ой, упаковочки. Они не такие уж высокие, но, ну, в принципе, высокие. Вот драцена маргината довольно высокая. Вкус. Ну и небольшой. Малины. Еще одна малина, уже немножечко другая. Снова драцена. Драцена фикус. Юбка. Вот они. Так, еще серия фильмов ужасов. Азия Амазоника. Вот. Суккуленты, рассулы, хуякери, форма сердечка. Надеюсь, с этим видео, с монтажом этого видео у меня все получится нормально. И с озвучиванием этого видео тоже все получится нормально, я надеюсь. Звук, возможно, иногда будет далеко, потому что приходится поднимать голову, если снимаю растения повыше. И получается, чуть дальше я от микрофона. Ну, я, конечно, проверю, послушаю это все, естественно. И уже буду решать, оставлять этот звук или что-то менять. Микс. Какие красивые. Какие они красивые. А какими они огромными могут вырасти. Ну, правда, не у нас в квартирах. Ну, хотя у нас в квартирах тоже. Но по своей родине они, конечно, вырастают шикарными растениями. Калатеи.
А какая красавица! Посмотрите, какая она красавица! 295 рублей. Такой маленький, вот веточка, буквально. 295 рублей. Так, хинокактус Rainbow. Rainbow в переводе означает радуга. Но это из-за того, что их вот так вот покрасили колючками. Поэтому их обозвали радугой. Снизу эчеверии. Маленькие, красивенькие. Так, это кто у нас? А, суккуленты. Микс 120 рублей. Здесь суккулентный микс чуть-чуть подороже, на 8 рублей почему-то. Хотя продается то же самое, что здесь. Ну ладно, это только Ашану это понятно. Так, Чиверия гибрид 169 рублей. Лавр 683 рубля. Вот он. Ну а рядом стоит агрикола для блеска. Я не знаю, я ею не пользовалась. Ящики пластические, для роз, тюльпанов, концентрированное средство для срезанных цветов. Красивые ящики, если кому-то любопытно. Для тех, кто собирает такие вот букетики, брикеты на них. Ну, здесь уже упаковочка. Я думаю, я не стану на ней заострять внимание, на этой упаковке. Ну, это цветочки на срез. Вот такие огромные хризантемы. Все-таки сколько видов у этой хризантемы, тоже полно. От самых крошечных до самых крупных. Розочки. Тоже какие огромные розы. Ну, не то чтобы огромные, может быть, бывают и побольше, но довольно крупные розы. И здесь тоже еще один холодильник с цветочками. Ну, вот такой вот у меня обзорчик на этот раз. Большое вам всем спасибо, что заглядываете на мой канал, что вам интересны мои видео. И до новых встреч. Всем пока!